немножко запыхался, заехал до пригорок, там внизу там какой-то пойменный луг, ну не знаю, как это называется, но в любом случае он подтопленный, там, ну, там чуть-чуть немножко. Это получается вот река была, которая прошла себе, это река Роганка. Вот она получается протекает здесь, вот, ну течет она сама собой в ту сторону, в сторону Ут, впадает в Ут. А вот здесь такое довольно-таки тоже обширное пространство. Я думаю, тоже это относится к Ковыльной степи, так называемой. Ну, это получается пойма этой речки. И тут очень классно. Кстати, вот печально, что на горизонте какой-то дым. То ли опять палят люди что-то. В общем, не знаю, что-то нехорошее явно. Такой черный дым, ничего хорошего. И вот здесь прямо вниз, да, видно. Как довольно-таки какой-то метр, наверное, 10 вниз. Там метр 10, ну, может быть, 8. Находится вот такие вот камыши, там получается вода, но не глубокая, скорее всего. Это вот тоже вот отруги этого, это Ковыльной степи или Ковылов степ. По сути, как я уже говорил, место занесенное в красный степ. Класс, очень красиво. Погода сейчас вообще великолепная, просто ветерочек, кстати, небольшой. Очень тихо, спокойно, тепло. Я вот даже снял капюшон, ну не капюшон, а балаклаву, остался в этой шапочке. Ну, шапочка нужна, просто ветерок, и надо сначала уши, и голову, переохлаждение. Вот, так что, такие дела. Думаю, сейчас где-нибудь здесь встать, может, чуть повыше поднимусь, там где деревья, и перекусить. То есть, у меня с собой стульчик есть. Привязан мне вот этот стульчик раскладной. Ну, конечно, я как велотурист прям какой-то. Столько всего набрал. Ну, музыку я сегодня почти не слушал. Ну, я все в незнакомых местах стараюсь не слушать музыку. Ух ты, кстати, это же гриб. Это гриб, да. Это, скорее всего, гриб. А, как его называют? Шампиньон. Вот какой красавчик, а. Шампиньончик. Надо будет сейчас вот это фотографировать. Они съедобные, эти грибы. И, в принципе, да, они все растут в таких местах. На всяких лугах. Наверное, можно еще найти. Вон, да, вон еще один стоит, по-моему. Да? Да, вот еще гриб. Вот еще грибочек. Ой, какие красивые, класс. Головки такие мягенькие. Супер вообще. Можно даже и покушать было бы грибов здесь. Класс, супер. Мне нравятся такие места. Хорошо. Ну, выключаю.